28 семей стали участниками финального республиканского конкурса «Семья года», который прошел сегодня в Чебоксарах. Поздравить победителей конкурса приехал глава Чувашии. В чем секрет семейного счастья, узнавала наша съемочная группа. Семья Адюковых из Яльчикского района воспитывает троих дочерей. Выход в финал республиканского конкурса и победа для них – большая честь. Александр и Любовь – учителя. По словам супругов, секрет успеха их семьи – целеустремленность, успешная работа и интересный досуг. Выходные и праздничные дни обычно мы с семьей отдыхаем, выходим на природу. Обычно в зимнее время катаемся на лыжах, летом на природу. На рыбалку ездим. Нам нравится, особенно нравится ходить пешком на рыбалку. И в вечернее время мы тоже занимаемся спортом, бегаем, отдыхаем. Вместе с детьми посещаем бассейн, районный бассейн и различные спортивные секции. В конкурсе «Семья года» нужно было показать свои таланты в 5 номинациях. Были и отдельные состязания и для семей, которые усыновили детей. Сейчас в Чувашии уделяется большое внимание материнству и детству. Многодетным семьям выплачивается материнский капитал. В республике сокращается очередь в детские сады. Для многодетных семей, где 5 и более детей, на безвозмездной основе выделяем социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. Это тоже в бюджете есть. Для детей-сирот, для детей с ограниченными возможностями выделяем дополнительные средства. Одноразовые такие социальные выплаты в размере 300 тысяч рублей, где ребенок с определенными ограниченными возможностями выделяем 375 тысяч рублей. Хотя многим родителям не важны суммы и деньги. Для того, чтобы семья была счастливой, важно просто любить своих детей. Дмитрий Точилов, Михаил Дементьев, Андрей Шоклев, Республика.